На автодороге Асбест-Малышево произошло ДТП. В результате происшествия пострадал 27-летний пешеход. Все произошло 10 февраля 5:30 утра. По автодороге Асбест-Малышево автомобиль ВАЗ-2112 направлялся в сторону города. Впереди него в том же направлении ехал грузовик. На 4-м километре 46-летний водитель решил обогнать большой груз. Для этого он перестроился на встречку и прибавил скорости. Неожиданно для себя на дороге он заметил идущего пешехода. Попытки избежать столкновения не увенчались успехом. Автомобиль остановился уже после того, как пешеход был сбит. Им оказался 27-летний мужчина. Он получил травмы головы и перелом правой голени. Бригадой скорой помощи он был доставлен в городскую больницу. Позже выяснилось, что пешеход возвращался домой из увеселительного заведения. Сейчас по данному факту сотрудники ГИБДД проводят административное расследование. Проверяются все обстоятельства ДТП. В связи с этим госавтоинспекция города Асбеста еще раз напоминает, если вы заметили пешехода, идущего по дороге в темное время суток, а на его одежде отсутствуют световозвращающие элементы, сообщите об этом по телефону 112. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь. Пешеходам же, в свою очередь, следует помнить, что в темное время суток важен фактор заметности. Поэтому на одежде важно использовать световозвращающие элементы. Чем раньше водитель заметит пешехода, тем больше времени будет у него, чтобы избежать столкновения.